Эта неделя самая горячая и напряженная для строителей кадетского корпуса. На помощь к ним пришли сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления, студенты, родители будущих кадетов. Суббота, 8 утра. К кадетскому корпусу спешат родители тех ребят, которые в новом учебном году будут здесь учиться. Пятый, шестой класс, первый этаж. Седьмой, восьмой класс, второй этаж. Девятый, десятый, одиннадцатый, третий этаж. Задача несложная – помыть окна и пол, протереть подоконники, убрать мусор и расставить в классе мебель. Мама и папа признаются, именно такие встречи помогают родителям узнать друг друга получше. Мы уже в короткие сроки очень сдружились. И наши дети вчера, позавчера два дня работали в этом корпусе. И я очень рада. Сегодня все родители пришли. Прям только одно желание. Даже прийти хочется уже работать здесь. Прям так все красиво, все нравится. Два года учились в старой школе. Ну, там условия, конечно, были в два раза хуже, ну, не до такой степени. Там некоторые классы приходилось, в другой школе некоторые уроки были у нас, поэтому. А тут вот зашли, класс сразу же просторный. Они тут и будут жить. Поэтому дети уже, мы их будем просто приводить и забирать, и все. Все остальное время они будут проводить здесь. Всю неделю они будут находиться здесь. Классы просторные, конечно, да. В этом плане хорошо. Нам даже было интересно, даже что именно здесь находится, какие классы. Ну, конечно, спальный корпус посмотреть бы еще, да. Больше всего вот это интересно было. А убираться, что тут? Полчаса убрался и свободен. Артем Бородкин тоже приехал на субботник. Аж и шумерли. Для этого ему пришлось встать в 5 утра. Но будущий кадет признается, что работы он не боится и готов приходить сюда хоть каждый день. Сначала нужно намыть окно каким-нибудь очистителем. Потом его нужно развести по всему, а потом уже убирать насадкой. Я подготовила класс, чтобы в нем учиться, потому что это свой класс. Кадеты должны быть целеустремленные, трудолюбивые, любить родину, быть патриотом, не предавать своих. В субботу же рабочие приступили к благоустройству территории. К этой работе подключились и волонтеры. Нам сегодня было легко проснуться, собраться, прийти сюда, помочь с благоустройством, разровнять землю, для того, чтобы спасили здесь газон, и все было в срок сделано. Возле кадетского корпуса начали высаживать кустарники, засеивать газоны. В ближайшее время высадят и цветы. И к 1 сентября территория возле учебного заведения в буквальном смысле расцветет. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.